Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. Это снова торговые новости. Ссылка на товары, как всегда, в описании к видео. Так что переходите, смотрите, покупайте, если вам надо. Итак, поехали. Планшеты с Intel Atom X5 Cherry Trail от 6000 рублей. Так, компания Chewy готовится к празднованию своего 12-летия, поэтому производитель решил отметить это событие глобальной распродажи. В сотрудничестве с крупнейшими онлайн-магазинами Chewy предлагает популярные модели своих планшетных компьютеров по самым низким ценам за всю историю компании. Акция стартует 12 сентября и продлится до 25 сентября. Например, 8-дюймовый Chewy Hi Pro с двумя ОС и процессором Intel Atom X5 Cherry Trail можно приобрести менее чем за 90 баксов. Также есть у них там какая-то акция. Заказав в указанный период планшет в магазинах-партнерах, пользователи смогут полностью вернуть потраченные средства. Также Chewy будет проводить различные розыгрыши у себя в социальных сетях. На распродаже от Chewy среди прочих планшетов доступен 12-дюймовый Chewy Hi 12. Как и все последние новинки производителя, данная модель работает под управлением полноценной версии операционной системы Windows 10 с возможностью переключения на Android 5.1 Lollipop, поддержка офисных приложений и возможность подключения внешней клавиатуры делают из Chewy Hi 12 компактную и удобную рабочую станцию. В Chewy Hi 12 установлен 12-дюймовый дисплей с разрешением 2140 пикселей. Вот. Процессор Intel X5 Cherry Trail Z83 2.0, 4 гигабайта оперативной памяти, встроенный накопитель объемом до 64 гигабайт с возможностью расширения, аккумулятор емкостью 11 000 мАч, 5-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная фронтальная камера. Напомню, что все новости и акции компании Chewy можно найти на официальной странице бренда социальной сети ВКонтакте. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.